Спорт в массы. Век цифровых технологий многие привычные для нас вещи уходят во всемирную паутину, в том числе и тренировки. Герой нашего следующего материала решил сделать спорт более доступным и начал выкладывать видеоуроки. Далее все подробности. Друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу два бомбовых упражнения для прокачки спины, которые сделают вашу спину широкой, как аэродром. Погнали! С этих слов Игорь Мишарин начинает каждый новый выпуск своего нового проекта. Идея завести свой YouTube-канал пришла полгода назад, когда в мире началась пандемия. Молодой человек решил показать людям, что здоровый образ жизни – это просто и доступно. Смысл в этих каналах таков, чтобы показать максимальную доступность и простоту спорта. То есть не обязательно прибегать к использованию и посещению тренажерных залов, потому что не все могут это люди делать, как и физически не могут вырваться в тренажерный зал, точно так же и морально, систематически посещать тренажерный зал, это тоже как бы не все могут, то есть тут должен быть определенный там характер. А доступность упражнений с собственным весом или с легким оборудованием могут выполнять все как дома, так и на улице. Все тренировки, которые Игорь записывает на видео, проверены на собственном опыте. Спортом молодой человек начал заниматься с 5 класса. После школы окончил спортфак Нарьянмарского социально-гуманитарного колледжа. После 7 лет работал тренером. Из исходного положения ноги на ширине плеч выполняем шаг назад или вперед. Кому как удобно, примерно на 50-80 сантиметров. Для молодого человека спорт – это больше, чем работа, это образ жизни. Поэтому сейчас Игорь решил нести спорт в массы. К челленджу, запущенному в соцсетях, уже присоединились десятки горожан. Алина Вучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».